что нужно домашней кошке любви и ласки немножко, чтоб был у нее хозяин и в ней бы души не чаял. Придет он усталый с работы, а кошка уж трется о боты. Забыв о вчерашних волнениях, возьмет он ее на колени, и кошка до боли привычно ему на ушко промурлычет о том, как весь день у окошка скучала домашняя кошка. Ждала терпеливо хозяина и даже столкнула нечаянно. Хозяин ее приласкает и сразу на сердце оттает. Как только пригрезится ночка, кошка хозяином ляжет, чудесную сказку расскажет.